Меланома действительно предпочитает данные фототипы кожи, но имеется в виду круглосуточное нахождение под солнцем. А чуть-чуть позагорать не смертельно. А еще, пожалуй, полакомлюсь соком морковки. Не зря я его советую тем, кто ходит в солярий. Он помогает проявляться пигменту. Правда, не рождает веснушки у знойных брюнеток. Ну как тут у нас есть в природе леопард. Он у нас пятнистый. То есть это у него такая расцветка. Это нормальный его естественный окрас. А есть пантеры, которые одноцветная, черная. Только если в вашем роду перемешались леопард с пантерой, то с возрастом юношеские конопушки будут испаряться. Один генотип сменит другой. Всем же хочется на лице потомков отразиться. Ах так, иду на крайние меры. Перманентный татуаж. Напоминает укус комара. Еще бы, ведь краска насильственным образом, то есть иголочкой, вгоняется под кожу. Ой, сейчас тихну. Не, не чихается, но очень свербит. Нервное окончание, а что же вы хотите? Потому они так и называются, что нервно реагируют на вмешательство извне. Это ничего, после процедуры позудит еще денек. Красота требует же. Теперь все на месте. Такая перманентная радость примерно на годик. Веснушки придают лицу такую некоторую пикантность, и любое лицо делает более молодым и озорным. Видимо, по молодости некоторые конопатые красавицы и желают от этого природного украшения избавиться. Алена, а тебе туда зачем? Надо. Ой, какие кусочки солнца. На лице косметика, крем и тональник. А вот с голыми плечами ходила и результат получила. Теперь хочет избавиться от него. В помощи ей кислота. Она прожжет верхний пигмент. Потом ультразвуковой пилинг сотрет микроскопический слой кожи. Тепленько. Только ожидать чистейшего результата не стоит. Легкое осветление. Веснушки не поверхностное украшение кожи, они в ней живут. Но издирать же вместе с ней. Ой, а тут что происходит? Понятно. И это дитя солнца от лицевых отметин избавляется. Небо их проблемы. Лицевой вариант подразумевает отбеливающие маски и кремы. Такие есть сейчас практически во всех косметологических марках. Одно но. Средство относится к космоцептике, препаратам лекарственным. Нужна консультация спеца. Она может получить ожог, она может получить волдырь, она может получить усиление пигментации, она может получить аллергическую реакцию. Самостийно лучше натурпродуктом отбеливаться. Со времен бабушек известно, огуречный сок и сок петрушки отбеливающими свойствами обладают. Вот девчонки поняли друг друга. Желают усилить салонный результат. Это их секрет. А я свой секрет про усиленные доп. Средством рыжие пятнышки никому не скажу. Пусть думают, что у солнышка дожилось. Где-то убыло, а где-то прибыло. Свою частичку солнца отыскала Василиса, дежурный чулок по рубрике.